чё творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь, бро, ты же знаешь, придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду, самую сильную банду на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео, потому что сегодня мы проверим Майнкрафт в 3 часа ночи. Ранее банды мы уже проверяли другие игры в 3 часа ночи, и с ними просто происходила самая настоящая мистика. Мы проверяли такие игры, как Бравл Старс, Роблокс, ФНАФ, и банды, вы не поверите, но почти с каждой игрой я был на грани смерти. Сегодня же банды мы проверим Майнкрафт. Тем не менее, банда, нам нужно дождаться 3 часа ночи, потому что именно в 3 часа ночи происходит вся эта мистика. А тем временем, бандиты, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. Потому что вот мы наконец-то вернулись на YouTube. Именно поэтому давайте хотя бы с этого наберем 10 тысяч лайков, если вы рады. Потому что мы с Настей очень рады. Так что, бандит, давай опускайся ниже смысла, царский лайк. А тем временем, бандит, мы еще в 3 часа ночи, погнали. Окей, Суприм Банда, на часах уже 3 часа ночи, 3:04, если быть точным. Самое мистическое время, банда. Именно в это время происходит вся мистика, вся самая настоящая жуть. Окей, бандиты, давайте уже поскорее проверим игру Майнкрафт. Я на более чем 100% уверен, что в этой игре уже будет происходить что-то странное. Именно поэтому, банда, давайте уже скорее его запустим. Окей, банда, если честно, мне не по себе от того, что мы опять проверяем игру в 3 часа ночи. Потому что все прошлые разы это кончалось вообще нехорошо. Пару раз меня даже чуть ли не убили, банда. Тем временем, давайте уже поскорее запустим эту игру. Окей, банда, я запускаю Майнкрафт в 3 часа ночи. Окей, банда, началась загрузка, просто посмотрите. Это окровавленный значок Майнкрафт, он весь в крови, просто весь красный. И этот звук, банда, это так стрёмно. Я не помню, чтобы раньше в Майнкрафте была такая загрузка. Господи, окей, посмотрите, нас бросило в какое-то секретное меню. Оно подписано как секретный мир, банда. И посмотрите, здесь всего лишь один мир, и он называется 3 часа ночи. И посмотрите на эту иконку, господи, какая же она страшная. Похоже, банда, что это и есть тот самый Майнкрафт 3 часа ночи. Та самая мистическая версия. Окей, банда, думаю, нужно запустить этот мир. Господи, как же я волнуюсь, да просто жесть. Посмотрите, меня даже немного потрушивает. Окей, давайте уже это сделаем. Окей, я запускаю этот мир, банда. Господи, будь что будет, нереально от этого всего прям не по себе. Черт возьми, окей? Почему-то ничего не происходит, банда, просто весь этот мир. Так, я где-то появился, посмотрите, банда, это я. Господи, это реально Майнкрафт. Пока что, в принципе, ничего примечательного, обычный Майнкрафт. О, господи, окей, и где это я? Что это такое, банда, посмотрите, вы видели это же Кроу, господи. Черт возьми, бандит, это реально Кроу, господи, посмотрите на это. Это реально жесть. Что не так с этим Майнкрафтом? 3 часа ночи, здесь уже сразу же Кроу. Какой-то секретный мир, где просто окровавленные стены. О, господи, окей, давайте пойдем дальше, посмотрим, что там еще есть. Черт, просто все в крови, какие-то железные двери. Гляньте, здесь реально все в кровище, банда, просто все стены. Здесь как будто кого-то убили, гляньте, вы видели это? О, черт, где оно? Посмотрите, банда, это же голова Стива, и она проткнута мечом, господи, это просто жесть, и вся его голова в кровище, а еще мне кажется, что у него просто нету глаз, просто посмотрите на это, банда, как же это все стрёмно. Окей, давайте просто пойдем дальше, банда, это реально жесть, господи, просто, гляньте, что это, здесь просто повешенный снеговик, вы это видите, он просто повесился, банда, и у него тоже кровь, черт возьми, банда, что не так с этим Майнкрафтом в 3 часа ночи, здесь уже просто самая настоящая мистика, черт, то, что я вижу, это уже очень пугает, банда, я очень надеюсь, что ничего страшного не будет происходить у меня дома, банда, в реальной жизни. Окей, Суприм Банда, идем дальше. Господи, здесь какие-то картины. Потайных проходов нигде нету, бандиты. Окей, здесь просто все в кровище, все стены в крови. Я не понимаю, что происходит. Почему здесь так много трупов? Окей, здесь какая-то книга. Господи, окей, давайте просто пойдем дальше. Не хочу читать, что этой книги. Я уверен на 100%, что там будет что-то странное. Окей. Окей, я куда-то прошел, банда, здесь очень темно, посмотрите, вы видите это, банда? Черт, окей, я открыл дверь, просто посмотрите, здесь лежит отрубленное тело Стива. Оно просто перерублено напополам, банда, это просто жесть, господи. А там вообще в одного из Стива отрубленная голова, бандит, вы это видите? Господи, это просто жесть, это реально проклятая версия Майнкрафта. И она открывается только в 3 часа ночи. Окей, бандиты, давайте пойдем дальше, посмотрим, что там еще есть интересного. Как же это все страшно, просто все в кровище, черт. Мне реально этого всего прям не по себе, мне очень страшно, бандиты. Я не знаю, что будет дальше. О, господи, окей. Здесь что-то написано, я не понимаю, что это. Черт возьми, бандит, это реально стрёмно. Господи, все просто в кровище. И эти кровавые следы, они меня явно куда-то ведут. Думаю, нужно идти прямо за ними. О, черт! Кто это такой? Скорее убегаем от него. Черт! Он меня
меня просто убил. Панда, кто это был? Я впервые вижу такого персонажа в игре. Окей, давайте возродимся, посмотрим, что здесь еще есть интересного. Черт, нас забросило прямо в эту комнату с этими трупами. Окей, давайте идти дальше. Окей. Я пока что его не слышу, Панда, и это меня немного радует. Давайте идемте дальше. Окей, Панда, давайте просто идти дальше. Черт, посмотрите, он там стоит. Окей, он куда-то ушел, просто пробегаем, Панда, скорее пробегаем. Я очень надеюсь, что он нас не поймает. Окей, здесь какая-то тюрьма, Панда, просто посмотрите. Окей, черт, там опять кровь, просто это видите, Панда, мне реально твое все не по себе, господи. Окей, идем дальше, Панда, я очень надеюсь, что уже скоро будет конец. Итак, здесь какая-то потайная комната, и она просто потухла. Там выключился свет, Панда, вы это видите? Что происходит, почему все плывет? Просто вся картинка поплыла, и все, меня куда-то выбросило. Где я, Панда, что происходит? Что я вообще здесь делаю? Господи, что происходит, бандиты? Что вообще с этой игрой не так в 3 часа ночи? Окей, я же вам говорил, Панда, что в 3 часа ночи с Майнкрафтом будет происходить что-то странное. Я не ошибся, Панда. Окей, меня куда-то вкинуло. Где я вообще? Что это за дом, Панда, посмотрите. Здесь какие-то двери. Какая-то кровать или что это? Окей, ничего не понимаю, Панда, что происходит? Черт возьми, что я здесь делаю, господи? Я могу выйти с этой комнаты? Окей, двери открылись, идемте, Панда. Черт, мне реально этого не по себе. Глядя, здесь тоже есть кровавые следы. С этим Майнкрафтом что-то странное происходит. Надеюсь, меня сейчас никто не убьет. Окей, Панда, я уже хочу, чтобы это поскорее все закончилось. А то мне реально от этого всего прям не по себе. Окей, просто иду тихо на шифте, чтобы меня никто не услышал. Я очень надеюсь, что не прибежишься сюда тот монстр, который был ранее. Окей, здесь пока что никого не видно, но все так темно, все так страшно. Черт, посмотрите, здесь какая-то тюрьма, здесь свинья, Панда, гляньте. Здесь реально как... Окей, что происходит? Свинью убили, Панда, посмотрите! Черт, Панда, это просто шесть! Я не хотел, чтобы умирала свинья! Что происходит, Панда? Окей, куда мне дальше идти? Почему больше ничего не происходит? Посмотрите, это монстр, Панда, что происходит? Не знаю, что делать, бежит со мной, Панда! Он просто меня просто убивает, черт! Он меня убил, и все, на этом игра выключилась, Панда! Он меня просто убил, на этом игра выключилась, посмотрите! Просто черный экран, что происходит, Панда? Господи, это просто жесть, мне прям это не верится! Мы реально сыграли Майнкрафт 3 часа ночи! Мне реально этого все прям не по себе, господи, вы это видели? Просто посмотрите, Панда, все выключилось, это жесть, господи! Я не знаю, что делать, черт, Настя! Что происходит, Сережа? Я не знаю, Настя, это просто жесть, господи, Панда! Ты слышишь это? Да. О, господи, мне кто-то звонит, посмотри, что это за номер, черт! Номер начинается на плюс 009, господи! Здесь просто две цифры 0 и 9. Окей, бандиты, давайте возьмем трубку, я очень волнуюсь. Ты видишь это, Настя? Да, вижу. Господи, кто это, что происходит? О, черт, Супрембанда, кто это? Почему у него такие белые глаза, Настя, что происходит? Господи, Супрембанда. Неужели это Херобрин, Панда, посмотрите. Это реально очень похоже на Херобрина. У него также белые глаза, Супрембанда. О, господи, эй, алло. Вы меня слышите? Там очень громкий шепот Супрембанды, что-то пытается сказать. Эй, алло, вы меня слышите? Алло? Я не могу ничего понять, Супрембанда. Эй, Херобрин, это ты? О, господи, Панда, я просто не понимаю, что происходит. Просто посмотрите на это. Эй, о, господи, он просто включился, Настя, посмотри. Черт, Супрембанда, что это такое? Кто это вообще звонил? Его номер очень странный, Панда, это самая настоящая мистика. Все началось после того, как мы сыграли в Майнкрафт. И это очень похоже на Херобрина. У него были огромные квадратные глаза. Прям как у самого настоящего Херобрина, Панда. Неужели это самый настоящий Херобрин? О, господи, Настя, что произошло? Куда делся свет? Я не знаю. Черт, Супрембанда, просто по всему дому пропал свет, господи. Эй, Настя, где? Я здесь. Черт, Супрембанда, что происходит? То выключил свет. Неужели это все из-за Майнкрафта, господи? Черт, где этот включатель, Настя? Я просто ничего не вижу, как же здесь темно. Кто вообще выключил свет 3 часа ночи? А что если это мистика, господи? Эй, эй, кто здесь? Черт, Настя, ты видишь это? Господи, что происходит? Кто это? Господи, придите посмотреть. Там что-то светится. Что это такое, Панда? Господи, черт, неужели это Херобрин, Супрембанда? Просто посмотрите на это. Настя, нужно куда-то уйти, это просто жесть. Нужно просто напасть, нет, только не это. Черт, Супрембанда просто бежит за нами, Настя. Господи, Настя, скорее, черт. Это просто жесть. Супрембанда, это был настоящий Херобрин, ты видела это? У него реально светились глаза. Погоди, где-то здесь был фонарик. А черт, окей, вот он. Это просто жесть, Настя, мне всего еще это не верится. Это был самый настоящий Херобрин, господи. Окей, где он теперь? Его теперь нигде не видно, Настя, что происходит? Что если он все еще где-то в доме? О, господи, это просто жесть, Панда. Мне очень страшно, Настя. Что происходит? Я не знаю, что делать. Я не знаю. Что если нас просто убьют? Что тогда делать, Супрембанда? О, господи. Эй,
Дядя, видишь, чего Настя? Мне просто ничего не видно. Нет, не видно. Господи, это реально жесть, Бонни, ты мне все еще в это не верится. Из-за того, что мы сыграли Майнкрафт 3 часа ночи, к нам пришел Херабрин. Господи, Настя, что происходит? Я просто его все еще не вижу. Он просто пришел и ушел куда-то. Хотя во всей квартире все еще нету света, бандиты. Господи, как же это все стрёмно, где он вообще? Он может в любой момент на нас напасть и просто убить. Это очень опасно. Господи, сыграли Майнкрафт 3 часа ночи. Теперь нас напал Херабрин. Это просто жесть, банда, мне реально в это не верится. 3 часа ночи в Майнкрафт лучше всего не играть, потому что происходит самая настоящая мистика. Господи, окей, вроде бы пока что нигде не видно. Черт, банда, я реально не знаю, что делать. Это реально жутко. Господи, просто жесть. Окей, я не знаю, что делать, бандит. Это реально жесть. Куда вообще идти? Он все еще где-то здесь или нет? Настя, ты видишь его? Нет, не вижу. Черт, еще этот фонарик перестал работать. Эй, господи, Настя, что происходит? Черт, нет, не двигайся. Не двигайся, он сзади тебя, Настя. Господи, это просто жесть. Он реально стоит сзади тебя, Настя. Не двигайся. Это просто жесть. Черт. Мне страшно. Мне тоже очень страшно. Почему он ничего не делает? Что он вообще от нас хочет, Настя? Господи, там реально стоит Херабрин, суперпода, посмотрите на это. Окей, Настя, сейчас пытаемся тихо уйти. Господи, Настя, старайся идти максимально тихо, вдруг он не хочет нас трогать. Господи, о, черт, нет, Настя, что происходит? Господи, Херабрин, отпусти ее. О, черт, Настя, я пытаюсь себя вырвать. О, господи, это просто жесть, Херабрин, отпусти ее. Черт, о, господи, это просто жесть, Настя, ты здесь? Да. Черт, там все еще стоит Херабрин, суперпода, посмотрите. Это просто жесть, Настя, скорее убегаем отсюда. Настя, скорее убегаем, а то он может выйти в любой момент. Ой, как. Черт, что случилось, Настя, господи, что происходит, эй? Ой, болит. Покажи, что там. Господи, это просто жесть. Черт, это он тебя хватал. У него как будто там просто когти, суперпанда, посмотрите. Неужели там реально когти бандиты? Это жесть, как стрёмно выглядит, Настя. У него там реально, похоже, когти еще огромные. Окей, Настя, скорее убегаем отсюда. А то он может сделать еще что-то похуже. Это просто жесть, суперпанда, идем, Настя, скорее. О, черт, если ты видишь это. Господи, свет включился, это просто жесть. Неужели уже на часах 4 утра? О, господи, банда, посмотрите, на часах уже реально 4 утра, наконец-то. Получается, Херабрин ушел, вся мистика перестала действовать. Это жесть, Настя, сюда реально приходил Херабрин. Он чуть ли тебя не убил, господи, покажи еще раз. Это просто жесть, банда, вы видите это? Тем не менее, банда, все наконец-то закончилось. Это был самый настоящий Херабрин. Он мог просто запросто убить Настю. Я очень рад, что все уже закончилось, бандиты. Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 50 лайков. И тогда, банда, я проверю новую игру. Напишите в комментариях, какую бы игру вы еще хотели. Эй, бро, вот комменты из прошлого видео. Господи, глядись, какие шикарные. Просто идеальные же комментарии. А про если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже, нажать на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже следующее видео. Лайк, колокольчик, комменты на видео, бандит. Так что давай, бандиты, опускайтесь ниже. Эй, бро, помни одно. Оставайся такими шикарными. Пока!